에스겔 47장 1절에서 12절까지 교독을 하도록 하겠습니다. 그가 나를 데리고 성전 문에 이르시니 성전의 앞면이 동쪽을 향하였는데 그 문지방 밑에서 물이 나와 동쪽으로 흐르다가 성전 오른쪽 제단 남쪽으로 흘러내리더라. 그 사람이 손에 줄을 잡고 동쪽으로 나아가며 천척을 측량한 후에 내게 그물을 건너게 하시니 물이 발목에 오르더니 다시 천척을 측량하시니 물이 내가 건너지 못할 강이 된지라. 그 물이 가득하여 헤엄칠 만한 물이요 사람이 능히 건너지 못할 강이더라. 내가 돌아가니 강 좌우편에 Александр, 나무가 심히 많더라. Вы слышите, да, сейчас меня? Или нет? Как же тогда сделать? 이 강물이 흐르는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심히 많으리니 이 물이 흘러 들어가므로 바닷물이 되살아나겠고 이 강이 이르는 각 처에 모든 것이 살 것이며 место из писания Сегодня это Иезекииль 47 глава, 1-12 стих. Кто цинкбель и кепбель не сохранят, тот будет соком земли, и на реке Каена всякие растения будут расти, и их листья не опадут, и плоды не прекратят, и каждый день будут приносить плоды, и вода из реки прольется через реку, и плоды 아멘. 축복을 선하겠습니다. 평안하십시오. Давайте благословим друг друга. Наслаждайтесь миром Божьим. Мы благовестники, спасающие эту эпоху. Давайте вместе унаследуем это как то наследие, которое Бог даровал нам. 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양 예수 그리스도로 말미암아 주어지는 сегодня мы구원과 생명과 с вами находимся как прославление, которое мы с вами прославляли внутри благословения Триединого Бога, который пребывает с нами Духом Святым. Мы с вами, живя на этой земле, сталкиваемся с разными событиями, с разными трудностями. И, конечно же, можем задаваться разными вопросами, почему, и разные мысли могут приходить к нам, почему эти проблемы приходят ко мне, почему также и какой ответ на эти вопросы. И сегодня, через сегодняшнее слово, давайте помолимся, чтобы мы с вами могли найти ответ, увидеть ответ на те вопросы, которые у нас могут быть в нашей жизни. В сегодняшнем слове мы с вами читали, что та вода, которая вытекала из порога храма, она образовала как поток, как целый ручей, как реку, и что та вода, когда она текла, куда бы она ни впадала, все мертвое оживало, и все восстанавливалось, и все начинало процветать. И даже море также восстановилось, и море также оживилось. И что означает эта вода? Эта вода, это означает
Божью благодать и также означает Божье Слово. И это Слово, Слово Божье, это и есть Евангелие. И суть этого Евангелия есть Христос. Поэтому Христос, что мы понимаем в отношении слова «Христос»? Христос — это та миссия, которую выполнил Иисус. Это слово, которое есть оживотворяющим наши души. И это слово, которое является спасением нашим. Поэтому Слово Божье — это есть Евангелие, это есть Христос, и это суть спасения, совершенная через Иисуса, который есть Христом, который есть Сыном Божьим, и это также дело восстановления Царства Божьего. Потому что наше спасение — это не просто то, что будет как совершится когда-то или уже совершилось, но мы просто ожидаем нашей смерти, когда мы уже там в Царство Божье войдем. Нет. Царство Божье — это то, и это те благословения, которыми мы с вами можем наслаждаться, живя здесь, на земле. И это то, чего желает Бог. Не чтобы мы ждали, когда мы войдем в Царство Божье уже, в новое небо, новую землю, но чтобы мы, живя на этой земле, наслаждались тем, что мы уже граждане Царства Божьего. Поэтому нам с вами, когда мы... Каким взглядом, как нужно смотреть на эпоху, в которой мы живем? Конечно же, нужно смотреть на все с точки зрения Христа и с точки зрения Царства Божьего. Тогда мы сможем правильно понять, также, почему я родился в эту эпоху и какое мы сможем выявить. Также, что Бог желает, чтобы я и чтобы мы вместе, как церковь, могли делать в эту эпоху. Каким образом мы можем совершать, продолжать провозглашать Слово об Иисусе Христе и помогать людям верить в Иисуса Христа. Что есть Божьим желанием, когда мы смотрим даже в отношении Израиля в Ветхом Завете, всегда, когда они упускали Завет, попадали в какие-то проблемы, когда были в рабстве в Египте, когда в плену в Вавилоне, Божье желание было восстановить их, чтобы они восстановили Завет. Что значит Завет? Это то, что Бог придет для того, чтобы решить проблему людей, чтобы восстановить людей, чтобы образ Божий восстановился, люди восстановили как образ Божий, и чтобы проповедовать это до края земли. И таким образом, Бог всегда восстанавливал. Уже после того, как, выйдя из Египта, и когда уже через царя Давида, через Соломона был построен храм, но пришло запустение, и пришло разрушение, и оказались они в итоге в плену в Египте, в Вавилоне. И что есть особенностью храма, это то, что есть святое святых в этом храме, куда может входить только священник, первосвященник, раз в год, для того, чтобы получать прощение, чтобы все люди, весь народ мог получать прощение. Но что случилось? Так как Вавилон захватил в плен Израиль, то и также вся посуда, которая использовалась в храме, все сосуды, для чего они использоваться начали? Они использовались для разных нужд, уже теперь не израильтянами, вавилонянами. И поэтому даже само по себе то служение, которое проводил первосвященник, чтобы прощены были все грехи всех израильтян раз в год, этого тоже невозможно было сделать. И вот это духовное состояние израильтян, в котором они находились, мы видим это состояние через
Иезекииля 37 главу, когда что Бог там описывает, когда Он сказал, что Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И Бог его обвел кругом и сказал, а живут ли эти кости? И вот это то, что Бог хотел показать, что вот эти кости — это и есть духовное состояние людей. И если мы с вами получим это благословение, если действительно поток живой воды, который, как тогда, исходил из храма, из порогов храма, будет также исходить то слово, которое мы слушаем, которое Бог готовит для нас, которое передает через пасторов, это не просто мы должны смотреть как слово и слова пастора, но найти то послание, которое Бог дает нам, чтобы это слово Евангелия оживотворяло меня, чтобы мы, народ Божий, мы не жили как вот эти вот сухие кости, потому что нам с вами, казалось бы, в этом мире также, если смотреть с точки зрения Христа, с точки зрения Царства Божьего, то люди, живущие в этом мире, они каким образом живут? Обманутые дьяволом, обманутые ложью дьявола. И даже верующие люди, даже христиане, они также обманываются. Мы и есть тоже. Мы также обманываемся и очень часто можем найти себя не в том состоянии, в котором Бог желает, чтобы мы находились. Впадаем даже иногда в разного рода идолопоклонство. Не обязательно это физическое, конечно же. Это имеется в виду внутреннее состояние нашей мысли, нашей души и нашего духа. Поэтому нам с вами необходимо видеть эту эпоху, в которой мы живем. Тот факт, что люди, мы попали в ловушку дьявола, мы живем в рамках, которые... И мы, как христиане, также, мы живем в этом мире, мы живем очень часто, находим себя в рамках, живем внутри, которые установлены дьяволом, уже сформировались как культура, и это формирует наш образ мыслей, наши привычки, и мы тоже, люди живут связаны проклятиями, бедствиями, во власти судьбы, которая навязана дьяволом. И поэтому мир полон хаоса. Поэтому вот эта тьма, которая, как мы также читали, можем читать и в Бытие 1 главе 2 стихе, тьма, хаос, пустота, это есть состояние людей, в котором люди живут. Живут в боли, без альтернативы, без плана, без будущего, без надежды. И это, казалось бы, потому что люди, конечно же, они не хотят этого всего показывать, свое внутреннее состояние. Поэтому может казаться, что все хорошо, потому что все ярко, все особенно это старается выражать также и во внешнем своем образе, формировать такой образ себя. Особенно мы говорим в отношении молодых людей. Но в действительности, что внутри них? А внутри очень часто это пустота, одиночество, безнадежность и хаос, который есть. И какое состояние христиан также? В каком состоянии церкви находится? Глядя на этот мир, мы видим, что наука развивается. Казалось бы, и материальная цивилизация, если взять с точки зрения материального, всего также развивается. Это передовая эпоха в отношении открытий различных, и уровень богатства, и в какой-то степени благосостояние людей также растет. Но в отношении церквей, что мы видим? Тоже, казалось бы, много церквей, много христиан, но церкви сокращаются, церкви закрываются. И в чем проблема? Это проблема в чем? Почему закрываются церкви, почему сокращается количество христиан, почему воскресные школы также практически отсутствуют в церквях, потому что причина проста, и она очевидна, но это люди не хотят это признать и не хотят
действительно задуматься об этом. Причина в том, что это означает, что нет Евангелия, не проповедуется Евангелие в этой церкви. Это означает, больше ставится акцент на законничестве, на мистицизме. Это означает, что люди живут своей жизнью, и только воскресенье приходит для того, чтобы услышать что-то интересное для себя, либо же попросить Бога, чтобы Бог помог им жить их жизнью. А по-настоящему не интересуются, не желают жить для Бога. И это не означает оставить все, нет, это означает то место действия, которое Бог доверил, ту специализацию, то дело, которое я делаю, это все делать, для направлять это для Царства Божьего. Искать, каким образом мы можем этим всем служить для того, чтобы спасение, действие спасения совершалось. Не только думать о том, чтобы мне хорошо жить, хорошо кушать. Это естественно, что может и будет приходить. Нам необходимо с вами знать, глядя на этот мир, на эту эпоху, нам нужно осознать, почему нужен Христос, почему только Христос, почему ничего другого не является ответом, единственный ответ — это действительно Христос. И вот это должно быть заключением нашей жизни. И если таким образом будет, тогда все остальное будет прилагаться к нам, все, что необходимо даже нам для нашей жизни. Поэтому все эти места действия, которые мы видим нашими глазами, все, что в этом мире происходит, все, что на видимом уровне происходит, это результат духовных событий, духовных действий, которые произошли уже в духовном мире. Когда мы видим, также читая Библию, эти все события, которые в Библии написаны в Бытие 3 главе, в Бытие 6 главе, 11 главе, это не что-то, что было тогда, это то, что продолжается и сейчас. Люди живут, отказываясь, не желая жить вместе с Богом, не желая, чтобы Дух Божий был в их жизни, в их сердцах. Как результат, эпоха исполинов. Исполины — это не просто какие-то великаны, нет. Исполины — это люди, которых не Дух Божий, но которые контролируемы, которые получают силу от злых духов, от разных различных духов. И как результат мы видим также 11 глава, это также идеология Вавилонской башни, это эпоха New Age. Это то, что люди, человеческая гордость, можно сказать, пронзает небо, то есть бросает прямой вызов Богу, что мы можем, люди, мы можем быть самодостаточными. И в итоге мы видим эту эпоху, в которой люди живут, когда люди, которые сотворены быть и жить вместе с Богом, жить также вместе, идет также и такая философия жизни, это также жить эгоцентрично, то есть жить индивидуализм, философия индивидуализма, то есть когда личное мое, личное я, и как бы люди стараются как бы жить, можно сказать, вот это все приводит к тому, что люди одинокими становятся. Хотя мы не созданы Богом жить так, и вообще, но в итоге оказывается, что люди становятся одинокими, потому что каждый ищет своего, каждый сконцентрируется на своем, и, естественно, не доверяет остальным людям, и, казалось бы, вместе только делает для того, чтобы своего личного чего-то достичь. То есть делают не для того, чтобы вместе действительно это будущее было совместным, и это будущее было хорошим для всех нас. Но каждый, преследуя свои цели, притворяется, как будто бы, что мы вместе для нашего совместного будущего хорошего живем. И поэтому проблемы приходят. Потому что в действительности люди живут эгоцентрично. Поэтому даже если находятся люди, которые искренне живут и ищут не своего чего-то, не эгоцентрично, хорошей жизнью, искренней жизнью живут, даже какой-то образцовой жизнью для этого, но не может решиться духовная проблема, которая есть,
причиной, первопричиной всех остальных проблем, которые приходят. Поэтому никакой успех, никакое развитие не означает, не нужно развитие. Нужно развитие, конечно же. Потому что нужно хотя бы нужно как бы жить, правильно? Этот Бог для чего нас и сотворил. Но это не может решить коренную проблему, не может поменять духовный, не может поменять духовный фон, в котором живут люди. И это все приносит проблемы, которые мы с вами имеем. Поэтому точно нужно, поэтому ремнантам, следующему поколению, детям, нужно обязательно помочь им выявить, и ремнантам самим нужно выявить, что действительно есть проблемой этого мира. В чем настоящая проблема? И тогда, выявив и поняв, в чем настоящая проблема, мы сможем понять также тогда ценность решения и в чем заключается решение, что такое Христос и каким образом необходимо мне жить. Тогда нам с вами что нужно? Нужно увидеть, какой план Божий для меня. То есть если мы понимаем, в чем духовная проблема мира, понимаем, какое решение Бог дал, понимаем желание Божье, тогда что нам нужно? Нужно выявить, какой Божий план есть для меня. Поэтому нужно что сделать? Нужно проанализировать, какие проблемы этого мира, в каком состоянии находится место действия, которое Бог мне доверил, на которых я нахожусь. И тогда я смогу увидеть, конечно же, увидеть себя, и тогда мы сможем понять Божий план. Потому что я не просто случайно живу на этой земле, не просто случайно именно родился в том месте, где родился, и сейчас нахожусь там, где я нахожусь. В любом случае, обязательно есть, у Бога есть определенный план в отношении меня, в отношении того, как вместе со мной, через меня совершать дело спасения, чтобы люди не шли путем погибели. И то, что мы с вами читали сегодня, также 47 глава, 8-9 стихи, там сказано, что вода эта течет, сойдет на равнину, войдет в море, и воды его сделаются здоровыми, и всякое живое существо, пресмыкающееся там, где войдет этот поток, будет живо, оживет, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. Куда войдет этот поток, все будет живо там. Поэтому вот этот поток, который вышел из порогов храма, что случилось тогда? Все ожило. И даже превратилась не просто в ручей какой-то, а превратилась как в поток большой уже, и как река, и поэтому везде, куда эта вода, мы когда смотрим, читаем, с первого стиха продолжая читать, мы видим, что все это, все, все места, все, куда это куда эта вода пришла, где этот поток проходил, и деревья, и все живое. Поэтому все оживотворяло, и деревья будут приносить плоды. И что это за вода, которая была из потоков храма, из порога храма? Это, как мы уже говорили, это есть как прообраз Слова Божьего. И, соответственно, это как то Слово, которое мы слышим, которое Бог благословил нас, чтобы хотя бы раз в неделю мы могли приходить и слушать Слово, которое провозглашается, как мы говорим, Слово с кафедры, то есть то Слово, которое провозглашается пастором, которого Бог поставил, чтобы через пастора давать Слово Церкви, чтобы через пастора вести Слово, чтобы это Слово могло Божье Слово укорениться во мне, и чтобы через меня, как уже сказано, также в Новом Завете Иисус сказал, что реки воды живой потекут. Поэтому
мы с вами и есть те люди, чтобы через нас, куда бы мы ни пришли, вот эти реки воды живой, чтобы... Потому что каким образом в действительности, каким образом меняется реальность этого мира, физическая реальность? Что по-настоящему мы, люди, через... В зависимости от того, каким словом мы руководствуемся, это влияет, и это даже создает практически ту реальность, в которой мы живем. То есть та реальность, в которой мы сейчас живем, это результат действия людей, это поступков, действий, исторических событий, соответственно, которые произошли, но все они произошли как результат того слова, за которое держались, той философии, той идеологии, может быть, даже той религии, соответственно, слова определенного. И это слово исходит либо же основой этого слова — это либо же будет Бог и Божье Слово, либо же это слова человека, мудрость человеческая. Но это опять-таки, либо же это будет исходить от Бога, либо же это будет исходить от дьявола, который стремится нас обмануть и стремится нам показать, как будто бы это что-то хорошее, и оно может быть выглядеть хорошим, но оно уводит нас от Бога и не приносит по-настоящему настоящих благословений, которые приготовлены Богом. Поэтому, потому что все, что в мире есть, как сказано в 1 Иоанна, 2 глава, 16 стих, все, что в мире есть, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Гордость житейская — это означает, что это та гордость, которая в людях есть, приходит после того, как они чего-то достигают. И это есть не от Отца, но от мира этого. Но что будет сделано? И мир проходит, и все проходит, но исполняющий волю Божью пребывает вовек. Поэтому что Бог желает? Чтобы через нас формировалась реальность, новая реальность, чтобы та реальность, которая... Вот, это есть, как мы говорим, пусть царствие Твое сойдет, Бог будет на небе, как на небе, так и на земле. То есть, каким образом может Царство Божье сойти на эту землю? Оно сходит через нас, когда мы руководство Духа Святого получаем, когда мы живем по Слову Божьему, когда поступки наши, мысли наши и дела, соответственно, наши формируются, мы получаем руководство Словом Божьим. И тогда, естественно, и реальность будет меняться, физическая реальность наша. Поэтому важно Слово, которое мы слышим, Слово Божье. Поэтому важно Слово с кафедры, поэтому важно читать Библию, общаться по Слову, размышлять над этим Словом. И вот поэтому так важна церковь в эту эпоху. Потому что единственная в действительности надежда эпохи — это церковь. И если церковь не должна быть передавать просто религиозные какие-то послания, и либо же это будет как неживая вода какая-то, как вода, которая просто стоит, и которая даже, соответственно, не живая. Потому что что есть способом спасти мир? Это Христос. И Он доверил это то, что мы говорили. Евангелие — это Христос. И Христос — это Слово Божье. Поэтому Бог доверил это Евангелие Церкви. Поэтому ничего другого не нужно делать. Нужно проповедовать Евангелие. И остальное все это уже просто то, что идет по пути. Поэтому 47 глава, 9 стих, как сказано было, смотрите, в чем суть, что везде, куда проходили этот поток этой живой воды, все оживотворялось. Поэтому в чем смысл? Смысл не в том, чтобы церкви не на программах ставить акцент, не каких-то... Потому что если ставить акцент на Евангелие, если мы действительно оживотворим, и мы будем источником жизни, источником благословения, все это естественно будет получаться. Естественно будет получаться... быть
не потому что стараться от этого, а, естественно, все получаться будет делать. И те хорошие дела, и будем, получая водительство, действительно эти дела будут хорошими. Поэтому нужно ставить акцент не просто на каких-то социальных программах или еще на чем-то, чтобы там ни было. Естественно, да, как бы церкви все это стараются делать для того, чтобы достичь людей. Но очень часто, делая это, они не проповедуют, не передают в действительности благую весть. Смотрите, 22 глава, давайте посмотрим. Первый стих, что сказано? «Показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы его, и по ту, и по другую сторону реки, древо жизни, приносящее плод, каждый 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народа». То есть, этот престол Бога и Агнца. И вот эта вода, это и есть как бы продолжение того, что было в Иезекииле, то видение, которое Иезекииль видел, это уже то, что в Откровении, о чем говорит Иоанн. То есть это, естественно же, не просто же как бы в действительности вода, хоть это будет, может быть, и физически так же самое, но это все есть точно так же, само по себе, это не просто является чем-то, как тогда дерево познания добра и зла и плоды дерева познания добра и зла. Не в них суть самих была, не в этих фруктах или плодах, а в духовном смысле, которое оно несло. Поэтому также и в дальнейшем это будет все главное содержание. И вот 12 стих тоже, как там сказано, «У потока по берегам его, и с той, и с другой стороны будут расти всякие деревья, доставляющие пищу, листья их не будут увядать». То есть это есть тоже отсылка к этому именно месту из Писания. То, что видел Иезекииль, и то, о чем написал в Откровении Иоанн. И также, что сказал Иисус, посмотрите, Иоанна 4 глава, 14 стих. Что Он говорил? О том, что тот, кто будет пить воду эту, тот, кто будет пить воду, которую я даю ему, не будет жаждать вовек. Вода, которую я даю ему, сделается в нем источником воды, текущим в жизнь вечную. О какой воде Он говорит, Иисус? Конечно же, не о физической воде, а говорит о Слове Божьем. И также, то, что мы уже говорили, это 7 глава, 38 стих, это то, что Иисус сказал, «Верующий в Меня, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Поэтому вот это есть, мы с вами есть те люди, вот это есть путь совершения евангелизации, всемирной евангелизации, проповедования Слова до края земли. Это то, чтобы через нас, мы уже получили Слово Божье, мы уже имеем это Слово Божье. Важно, чтобы мы действительно наслаждались этим Словом, понимали это Слово Божье. И тогда, естественно, будет происходить действие оживотворения в нашей жизни, нас самих и всего, где мы находимся, всех людей, с которыми мы рядом находимся. Поэтому тайна этого всего, секрет этого всего, что является? Это успех в богослужении. Богослужение — это, опять-таки, не просто... Это, конечно же, когда мы приходим в церковь, это и есть богослужение, но богослужение — это мои отношения с Богом. То слово, которое я принимаю, та молитва, то, о чем я молюсь, мое общение, мой образ мыслей, и то, что мы приходим в церковь в воскресенье или же в другой любой день, это лишь составляющая богослужения, моего личного богослужения с Богом, когда мы вместе служим Господу также. Поэтому это не просто, опять, нам нужно смотреть не просто физически, что вот я сходил в церковь, посидел, послушал слово, физически. Богослужение — это духовный
акт. И вот, вот этого смотреть нужно в моей жизни. Если я просто физически сижу на богослужении, слушаю слово, и оно у меня просто как знание, либо же это действительно в духе в моем, либо же действительно ли я духовное богослужение преподношу, действительно ли я живу в духовном, осознательно живу в духовном мире, и действительно ли я знаю, понимаю Бога и живу для Царства Божьего. Поэтому нам... Посмотрите, как, когда мы смотрим, шел Иезекииль. Сначала это было ему по... Вода была уровнем как? Лодыжка, потом колено, потом уже до пояса, и потом уже... Уже он не смог идти, уже вода, поток этот уже нес его. Поэтому нам с вами нужно также таким же образом получать водительство, чтобы уже мы с вами действительно находились в течении слова. Тогда мы сможем прийти на то место, куда Бог желает. И мы сможем с вами наслаждаться этим благословением, что все будет оживотворять. И даже если мы, казалось бы, физически ничего будем особенного не делать, но действие восстановления, действие нового сотворения будет происходить в наших жизнях. И когда мы с вами... Есть разница между людьми, которые, как бы сказать, умеют плавать и не умеют плавать, да, которые... Умеют плавать, то когда есть вот, как течение, и они знают, куда это, как бы доверяют, знают, что это течение хорошее, то есть они просто наслаждаются течением. Течение их несет, и это приятное такое чувство, когда поток несет тебя. И когда это не страшно, когда ты знаешь, что этот поток принесет тебя куда-то в хорошее место, тогда можно просто не плыть, не стараться там что-то еще куда-то, а просто расслабиться и этот просто быть несенным потоком этим воды. Поэтому важно, давайте наслаждаться тем, что Бог вместе с нами, доверит свою жизнь в руки Бога. И чтобы, подобно как физическая вода, течение нас может нести, чтобы этот поток, чтобы мы с вами находились, то есть чтобы мы с вами жили не своими просто мыслями, не своими желаниями, целями, мотивами, а чтобы доверили свою жизнь в руки Бога и получали от Бога, нашли, мотивом нашим было это проповедовать Слово, и наша мечта находилась внутри видения, которое Бог дает. То есть, чтобы мы действительно, вот, потому что наша жизнь, опять-таки, мы руководствуемся Словом, словами людей. Наша жизнь, наше содержание внутреннее наше — это слова. Это может быть культура, привычки, обычаи, все что угодно, но это все-таки слова. Поэтому давайте жить так, чтобы Слово Божье было нашим содержанием. И один еще момент, который, смотрите, нам нужно посмотреть, это 11 стих, там сказано, «Болото его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли». И вот один, может, пример такой, можно посмотреть, это вот Инчон, когда ехать в аэропорт через мост, который ведет в Инчон, мы можем увидеть, что там изначально как бы было море, но а сейчас так как бы и воды вроде бы как и вода вроде бы немного есть, и в то же время есть какая-то такая вот как сырая, грязная такая земля. То есть это и вроде бы и не море уже, но еще и не земля. Поэтому важно, чтобы мы, наша жизнь с вами не была вот такой вот, чтобы это и не море, и не земля еще, то есть вот такое что-то. Потому что христиане часто вот остаются в таком состоянии жить. Это, конечно, может быть уже лучше, чем люди, которые вообще не верят в Бога, и которые строят что-то, но не на камне, а на песке. Но в то же время
Бог не хочет, чтобы мы жили вот так вот, мучаясь нашей жизнью. А мучаемся мы почему? Потому что мы не доверяем действительности Богу. Мы пытаемся свое что-то часто строить, по-своему как-то жить. Поэтому Бог не хочет, как и Лаодикийская церковь в Откровении было сказано, ни холодный, ни горячий, то есть теплый. Это ни туда, ни сюда. Это как противное такое что-то. Для Бога также. Поэтому либо уже действительно служить Богу, либо не служить, конечно, нехорошо. Поэтому в служении Богу действительно мы можем найти самих себя по-настоящему. И нужно понимать, что жизнь на этой земле — это еще не совершенное Царство Божье. Жизнь на этой земле — это духовная война, идет за души людей, поэтому Бог хочет, чтобы мы жили как воины духовные, чтобы не для себя, как вот воины, солдаты идут, и они служат, защищают свою страну, то есть они подчиняют себя слову командующих. И нам то же самое нужно понять, что жизнь на этой земле — это не просто, чтобы жить, наслаждаться. Мы можем наслаждаться по пути тем, что Бог нам дает всем. Но Бог желает, чтобы действительно, мы как смыслили о себе как духовные воины, что люди на этой земле, да, можно обмануться или себя обмануть и жить в обмане, но не получится все равно. Потому что даже те люди, которые мы думаем, что они там хорошо живут и наслаждаются, они тоже страдают. Поэтому давайте жить так, чтобы в нашей жизни тоже по обоим берегам потока этого, как сказано, всякие деревья, доставляющие пищу, чтобы мы также с вами были как деревья, посаженные у потоков вод, и плод свой приносили вовремя. Давайте наслаждаться тем благословением, которое Бог нам дал, и благословение, которым Бог нас призвал быть царственным священством на этой земле. Наслаждаться живой водой, живым словом, держаться за это слово, чтобы мы могли, давайте на этой неделе молиться, чтобы мы могли проверить свое духовное состояние и молиться о том, чтобы Бог помог нам, дал нам благодать, держаться за слово, находиться в течении.